Уж как 2 недели назад вышла игра Earthfall, а вы о ней до сих пор не слышали. Ладно, расслабься, никто на самом деле не слышал. В общем, это какая-то безумно похожая на Left 4 Dead игра, где вместо зомби какие-то пришельцы, не то жуки из фильма «Звездный десант». И вроде как даже получилось неплохо. Неплохо настолько, что разработчики на радостях, как увидели онлайн, в игре цену подняли вдвое, что, естественно, не может не радовать. Также эта игра просто историческая, потому что, обратите внимание, отсутствует табличка «Ранний доступ», я честно поражен таким. Для инди-игры в 2018-м это просто прорыв, я не понимаю, откуда негативные отзывы, но вот что? Что, почему негативный отзыв написал Stalker777? У него ж одни сердечки, ему ж нравится. Вот, смотрите, не отзыв, а одни серде... Я не буду обновлять Windows, нет! Быстрее надо видос записать, пока этот Windows Updater опять компьютер мне не перезагрузил. Но игра на Unreal Engine это уже лучше, чем на Unity, согласитесь. Логотипы вон какие красивые, такие обычно перед мувиками ставили по Call of Duty. Тоже такое хочу. А может кто-то умеет делать интро канала, там секунд на 10 можете сделать, там, чтобы мой логотип, знаете, разворачивался, чтобы как в трансформерах, еще и там After Effects, и чтобы все на грудь стекало. Ну, короче, в ВК мне напишите, я могу даже денег дать. Я это делать не умею, я умею только обсирать игры нормально. Да и с играми все не слава богу, разработчики скоро, я чувствую, будут вычислять и по пальцу ломать за каждый негативный видос. А у меня их на канале 400. И вы же понимаете, что когда мне нечего будет ломать, а Карим Кумбасар за вас примется. Каждый вот кто лайки ставит под обзоры на его хоррор, он, блин, найдет вас, ребята. Так что нам нужно как-то вместе держаться. О, цените, 3 бота и метамфетаминчица, бля. Это по команду по спасению мира сейчас будет, я чувствую. Так, ну Майю заняли, видимо. Я вообще весь черный на фоне логотипа Tokyo Hotel. Так, ну этого что-то не очень хочется пикать. Азиат хорошо построит робота, но не сейчас. Вот это вроде на человека похож на самом деле. Буду за него играть. Он в очках умный, наверное. Технологии, блядь, это наше все. И я ошибся, это не жуки из Звездного десанта, как мне показалось, это бунтующие макаки, им только палок не хватает. Смотрите, они все поломали, все разорвали, машину перевернули, подожгли бунт. Okay, everyone. А чё все на английском? Я чё, игру покупал, чтобы со словарем сидеть? Я требую перевод. Бунт! Перевод или возврат средств? Перевод или возврат средств? А хотя я, по-моему, уже больше 2 часов наиграл. Нихуя я деньги за это не верну, ну ладно. Чё, где шотган? Опа, моё! Блин, ну бот спиздил оружие, но зачем оно ему нужно? Он же даже стрелять не умеет. Я тоже не умею, но я бы хотя бы вам показал, какое тут оружие есть. Я буду с пистолетом ходить. И ныть. Ныть всю игру. Кстати, тут разные карты, и геймплей на них вроде тоже как различается. Ну, типа как в том же Left, помните, был уровень с торговым центром, и нужно было машину. Там машина стояла, нужно было искать бензин и заправить ее, и уехать в дальнейшем. Вот это что-то вроде того, только чуть усовершенствовано. Не знаю уж, насколько это все интересно и круто будет. Но вот что точно круто, так это баррикады. Просто... Уже идут. Просто смотрите на эту красоту, сейчас как забаррикадируемся. Оба! Не зря инженера брал, просто смотрите, пройти не могут. Тупые инопланетные обезьяны 0. Умные, вполне себе земные технологии. Какая красотуля. Да не ты, тупая инопланетная макака, вот про эту турель. Я просто находил раньше только автоматическую, она совсем по-другому выглядела. А это прям, смотрите, такая. Здорово, но она вроде не автоматическая. Ну, сейчас ее и проверим. Кыш. Ну-ка. Хуяна. Прям очень хорошо. Но это пассивная турель. Тут есть еще активная, которая сама по всем наводится и стреляет. Но это совсем уже, мне кажется, нечестная херня. Буду ее с собой носить, а чё нет-то, боезапас таки бесконечный. А чё, по-вашему, таки возможность экономить должен упускать? Мне вообще на тиммейтов похуй, пусть сдохнут, турель на первом месте. Ну шо вы стоите, я же сказал, что вы на первом месте, давайте помогать.
Да и без вас бы, блядь, справился, ёбаные боты. Собирайся, турелька. Мы уходим. Мы и без них справимся, никто нам не нужен. Есть только ты и я, и целый мир. Так, куда ее поставить? Она просто не крутится на 360 градусов, и спина постоянно не защищена из-за этого. Тихо. Ну все, дальше уже не крутится. Вот про это я и говорил, постоянно со всех сторон нападают, тут на месте ты не посидишь. Тактика с турелькой вообще не очень хорошая, на самом деле. Но я, сука, не сдамся. Я все равно найду возможность задействовать блядскую турель, хотите вы этого или нет. О, сюда можно поставить, серьезно? Я и не знал. Вот этого и не хватало, я вам скажу, в Left 4 Dead. Там же постоянно бегать нужно от точки А до точки Б. Прикиньте, я там со своей турелью ебаной. Ребят, погодите, сейчас я ее сложу, разложу через каждые 3 метра. Кстати, еще огнемет был в трейлере, по-моему, и миниган. На более высоких сложных уровнях. Столько радости в его голосе. Просто он колесо нашел. Хорошо, что вот я черного персонажа в начале, помните, не выбрал. А то сейчас межгалактическая полиция прилетела, сказала, что спиздила это колесо и стрелять начала. Двойные стандарты. Поехали. А, меня внутрь не пустят. Ну да, зачем? Я, кстати, видел верстак. Видите, тут можно оружие крафтить. Опа, винтовка из Black Ops. Вот так, нахуй, школа Call of Duty. И он баррикаду мою сломал. Тварьский минивэн. Ну, конечно, стрелять с винтовки после ношения этой несчастной тяжелой турели, это просто небо и земля. Она такая легкая, воздушная, точная. Но я ведь понимаю, что турелька по мне скучает. Боже, теперь топливо нужно, сколько ж можно, когда мы уже домой поедем? Ребята, пора домой! Я уже не могу этих, блядь, инопланетян отстреливать, я глаза закрываю, и меня мелькают туда-обратно. Да иду, я иду, она вообще тяжелая. А! Боже, я испугался. Дело сделано. Я серьезно вам говорю, у меня будет меньше всего убийств. Я ты бандурой дойду до точки, где нужно обороняться. Уже к следующей надо перебегать. До меня только сейчас дошло, что лучше всего будет с турели стрелять с крыши. Не, ну по крайней мере я заметил это на первых 20 минутах карты, а что тут такого-то? Подумаешь, не доглядел. Подумаешь, это казалось бы логично. Это все не имеет никакого значения. Главное, что я теперь умный, залез на крышу и отсюда никогда не слезу, а? Здорово я придумал. Так, это что? Это что там такое? Рррр делает? Руар! Тупой монстр, не можешь на крышу залезть, да? А! Ты как это сделал? Я же только за крышу залез, ну почему я? Почему не они, не тиммейты? Чем они тебе не нравятся? Чё, я самый вкусный? Почему я? Я тебе, сука, наебашу за турель. Ты у меня получишь. Ха-ха, жирный монстр застрял в двери. Смотрите, ха-ха, не может выбраться. Гнобим толстого монстра. Ха-ха-ха. Опа, там, где колесо раньше спаунилось, теперь аккумулятор. Знаете, мне нравится это место. Так можно машину по частям собрать. Чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Ну, хотя бы у меня есть один живой тиммейт. Я не знаю, какой тут онлайн у игры. Но у меня в команде один живой человек, настоящий. Который хоть что-то делает. Потому что боты, они просто бегают и пытаются стрелять. Чинить долбанную машину они, как нетрудно догадаться, не собираются. Я, правда, тоже пол игры за турелью жопу просиживал. Но это ж чисто ради эксперимента. Вы же понимаете, что я не толстый и не ленивый, а все наоборот.
Опять переживите рой Пидрил, тут вообще другие задания будут, нет? Чё эти инопланетяне вообще до нас доебались? Мы механики, может, ходим машину хотим починить. Они на нас нападают, за что? Типа война миров, но сейчас твоим жопки-то подожгу. Да-да, иди сюда, давай. Это ж чисто танк из Left 4 Dead, заметили? Ау, ща погодь, бро, я подлечусь. Подожди, брат. Не делай мне больно, брат. Братан, братишка. Спасибо, продолжаем. Да, ну по крайней мере это было честно, я ж не мог атаковать, куда там за спину стрелять, пока я хилюсь, правильно? Вот он и по-джентльменски дал мне возможность. Хорошая игра. Дружелюбная к новичкам. Не сдвинусь с места, не сдвинусь с места. Хитрая личинка со спины думала напасть, да, хуйте. Когда стоишь на турели, которую нельзя развернуть, глаза сами на спине появляются. Ну, судя, конечно, по моей стрельбе чуть ниже спины, но это так. Нюанс. Ой. Нет, меня украли! Меня украли под конец просто инопланетяне. Страуса уже принесли, который просто меня с места сдвинул. Чтоб я уж хотя бы куда-то пошел, блядь. Перестал кемперить за турелью. Хорошая попытка, но... Нет, недостаточно хорошая. Меня он даже медалями наградили. Кресло, диван, медаль за турель. Я ветеран седалищных войск. Я в этом деле жоп просидел. В общем, игра довольно-таки неплохая, действительно, я обязательно отложу ее до стрима, а там уж видно будет. Всем большое спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео и счастья вам!